Всем привет, мы с вами снова играем в Sims 3 вместе с Эбби. И, как ни странно, но дождь прекратился наконец-то, потому что этот город — это просто дождь, дождь, дождь и дождь. Тут здесь голый ход, хотя у нас осень и зима через один день, но не искупаются. Видно, просто местные жители настолько привыкли к тому, что здесь всегда холодно, всегда дожди, поэтому им это нормально. Тут пришли какие-то люди... И, как ни странно, это не папарацци. Это какая-то семья и даже какая-то здесь есть знаменитость. Я предлагаю немножко посидеть возле костра, что-нибудь зажечь. Точнее, ничего, просто зажечь костер, а что-нибудь поджарить и скушать. И, наверное, потом пойдем по своим делам, тем более у нас плохо с гигиеной. И у нас наступает ночь, но такое чувство, что наступает рассвет. Но нет, наоборот. Наступает ночь. Нам нужно позвонить Фьорд, потому что мы давно с ней не общались. Так, давайте мы что-нибудь поджарим. Жарить зефир? Надеюсь, он бесплатный. Интересно, от него хотя бы питание как-то повышается, то может вообще там ничего не повышается. Вот, потом позвоним, пообщаемся. И вот у меня еще здесь есть желание, которое я не выполняла еще с той серии, но я не знаю, вряд ли... Мы с ними так встретимся. Как их звать, кстати? Лара. Не думаю, что я с ним просто так встречусь, потому что мы не друзья. И она хочет стать лучшими друзьями с Джоуи. Это наша любовь с прошлой серии. Кто не смотрел, посмотрите. Вот. Может быть, да, мы с ним встретимся в этой серии. Посмотрим. Ну, я думаю, надо, потому что нужно с кем-то общаться. Все такое. Так, зефир. Ну, давай, кушай зефир. Потом, я не знаю, потом, наверное, позвоним Фьорд. Так, пригласить, болтать. Давайте поболтаем. Или, может, пригласим куда-нибудь, пообщаемся? Да, давайте мы, наверное, пригласим ее куда-нибудь. Надеюсь, будет не очень поздно. Как раз какое-нибудь местечко посмотрим, может, какое-нибудь кафе, там, чтобы там можно было помыться. Еда, в принципе, у нас есть. Тем более, она сейчас кушает мой зефирчик. Что-то, по-моему, там у меня вообще питание никак не повысилось. Так, сейчас я посмотрю, куда мы можем отправиться, где более-менее... Блин, к сожалению, сдалека не вижу ничего. Так, а это что такое? Плавай и мокни. Мы здесь были? Нет, я не помню. Если честно, я никогда ничего не помню. Давайте, ладно, сюда отправимся. Не думаю, что мы будем купаться, хотя все может быть. Блин, она не может. Наверное, она сейчас работает. Так, ну питание немножко повысилось. Окей, ладно, давайте хотя бы просто с ней поболтаем. Давайте мы вот этого пригласим на свидание. Ладно, давайте пригласим на свидание. Я не планировала, честно скажу. Ну, давайте пусть будет так. Короче, Фьорд не может. Она может быть работа, хотя уже ночь. Просто ночь, 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 ночь. Она все работает. Ладно, я не знаю. Вот здесь какой-то домик, я не знаю, там можно помыться что-нибудь такое или нельзя. Поэтому давайте посмотрим, где еще есть. Ой, у нас лужи кругом, холодрыга, ратуша, ратуша нам явно не нужна, нам нужно что-то, где может зайти, что-то там посидеть. Библиотека, конечно, есть, грязевые ванны и рукописи. Окей, я здесь не была, поэтому давайте посмотрим, что есть интересно, если он согласится, потому что, может быть, он работает, но, по-моему, у него нет работы. Обалдеть, здесь кто-то? Блин, нормально. Обидно. Обидно, давайте просто поболтаем. Противный такой. Кто здесь загорает? Бьорн Колби. А сейчас 10 часов ночи, он загорает. Ладно, мы-то сами пойдем в эти грязевые... Что-то там, как они там называются. Я уже забыла. Где? Вот. Да, вот это что ли? А, это просто... Хорошо, что мы сюда не пошли. Я таки не люблю места. Библиотека. В библиотеке мы были 100 раз. Рыбное хозяйство. Ну, здесь можно рыбку половить. Базальтовый пляж. Если честно, я не помню, где я была, где нет. Парк Тишина. Мы, по-моему, здесь были. Да, по-моему, я помню этот парк. Тут как бы для детей много чего. Так, но они у меня общаются. Здесь у нас кафе Бьорн. Это на Бьорн, который сейчас у нас там валялся, загорал. Так, парк пространства. Здесь хотя бы какие-то домики есть, поэтому... Ой, я помню этот шар. Не, я помню, что мы здесь были. Только чувствую, что мы уже, блин, были везде. А здесь что? Базальтовый пляж. Ладно. Давайте что, и рыбу половим. Она пошла плавать.
Иди сюда, посети вот это местечко. А утро вечером мудренее, как говорится. Потом разберемся, что делать, потому что нам нужно еще с гигиеной что-то решить. У нас все плохо. И с бодростью скоро будет плохо. Ну, как всегда. У нас не бывает ничего нормального. Поэтому так. А утром посмотрим. Может быть, встретимся с Джоуи. Не знаю. Или с Фьорд встретимся. Посмотрим. Прибежали мы. А, господи, я вообще молодец. Я ничего не помню. Мы здесь были 100-500 миллионов раз. Просто надо бы увеличить и посмотреть кладбище. На кладбище мы тоже были, в принципе. Вот здесь тоже какое-то. Вот здесь как-то, знаете, поинтереснее. Хотя плавочки есть, может что-то посидеть там. Давайте мы вот сюда лучше пойдем. Здесь рыбку половим. Потому что там у нас рыбу не получается ловить. Ну, или из-за навыков, или то, что нифига не ловится, непонятно. Так что мы пойдем туда. Может, там у нас получится, что здесь у нас деревья, смотрите, уже все голые. Потому что все, зима наступила, ребята. А многие интересовались, как же мы будем выживать зимой. Знаете, мне самой интересно. Потому что я не знаю, как мы будем зимой выживать. Потому что постоянно ей будет холодно. И с едой проблемы. Ну, слава богу, у нас есть черта. Как она называется? Попрошайничать, что-то такое. Посмотрите, как здесь красиво. И, кстати, пруд очень-очень большой по сравнению с ней. И здесь можно посидеть, зажечь костер, пожарить зефирок. Я думаю, мы этим займемся. Час ночи, а так светло. И здесь можно посидеть. О, блин, очень мне нравится. Здесь можно подать завтрак. Но здесь все как-то дорого. Какая-то фигня стоит. Интересно, что-нибудь придет сюда к нам? Ладно, давайте попробуем словить хотя бы одну рыбку. Мне кажется, было бы неплохо, если бы мы что-нибудь словили. Давайте мы сфоткаемся, как всегда. Смотрите, у нее же пар изо рта, потому что холодно. Так, тут гена. Но пока вроде мудле-то плохого нет. Она хочет купить сушильную машину. Зачем тебе? Зачем тебе сушильная машина? Я знаю, куда мы потом отправимся, где мы помоемся. Я бы хотела здесь еще поплыть. Рыба не клюет. Ладно, рыба не клюет, а мы идем сюда плавать, потому что здесь водопад. Посмотрите. Очень красиво. Очень красиво. Давайте посмотрим, как она будет плавать. Она такая маленькая по сравнению с этим водоемом, с вот этим водопадом вообще. Она что-то решила как-то обойти. Все это круто. Ну, так нельзя было прийти, вот так вот обойти, обойти, подальше, подольше, чтобы идти. Очень-очень красиво, конечно. Просто супер. И такой, ну, такой пар, кажется, что вода якобы теплая. Ну, сейчас зима, я уж не знаю. Не знаю, насколько она теплая. Давай, плыви сюда. Ой. Я надеюсь, что ей тепло. Ну, не знаю, мне кажется, это теплый какой-то источник. Мне кажется, ей нравится. Нет. Вода ледяная, ребят. И то, что здесь какой-то пар, это брехня. А мы плывем вот сюда, к водопаду, потому что, господи, сюда. Здесь очень красиво. Очень красиво. Попробуем сделать фотку, но вряд ли что-то получится, потому что она такая маленькая. Водопад очень-очень большой. Мы сейчас посмотрим. Блин, обалденно. Да, наверное, когда мы изучим этот город, мы перейдем в другой, потому что, ну, я уже не знаю, что тут еще. А еще можно сюда поплыть дальше? Блин, как круто, я бы сама с удовольствием искупалась. Вообще, когда смотрю, как они там плавают, я прям просто завидую. Вообще, потому что офигенно, посмотрите, как классно. Мне кажется, достаточно плавать, потому что здесь холодно. Давайте мы здесь посидим, что-нибудь поджарим себе. Зефир или что-нибудь. Погреемся немножко. А потом поедем в местечко, где мы можем помыться, немножко поспать и все такое. И смотрите, у нас 3 часа ночи, утра, не знаю. Смотрите, кажется, у нас опять, ой, это северное сияние, да? Посмотрите, как красиво. Господи, мне этих фоток уже, я не знаю, блин, сколько я фоткаю, фоткаю. Ну, правда, согласитесь, очень красиво, просто вообще шикарно. Так, ладно, вернемся к моему персонажу. Она в купальнике, почему бы тебе не одеться, да? Так, сменить одежду. Верхняя одежда, потому что холодно уже, как бы, да, холодно. Так, и чё? Давай мы что-нибудь пожарим. Жарить что-нибудь. Арбуз, вот картофель. Жареный картофель. Куда?
А, зефир, фух, я думала, хочешь хот-доги себе купить. Да, зефир пусть жарит. Наверное, сейчас она не будет жарить, потому что я нажму картофель. Окей. Жарь картофель. Я надеюсь, он будет вкусный, тебе очень понравится. Да, вот так. Отличненько. Картошечка такая замечательная, урожай был очень хороший в этом году. Блин, так светло, вообще нереально. И тут с лаванды якобы, да? Очень красиво. Да, сейчас, в общем, мы отправимся в этот, где у нас есть душик, помоемся, а потом позвоним, пригласим куда-нибудь этого Джоуи, потому что она хочет с ним встретиться и стать хорошими друзьями. Так, мы пойдем вот сюда, по-моему, здесь есть душ. По-моему, здесь есть душик. Да, я думаю, это здесь. Там как раз есть. Да, по-моему, это здесь. Супер. Так, у нас какое? У нас приподнятое настроение. Что здорово. И что странно. Здесь ей, ну, хорошо от картошечки, потому что, смотрите, какая картошка прям такая хорошая у нас. Ням-ням. Она так жует. Все, ребят, отправляемся, мы покушаем. Очень хорошо, очень сытно, теплой едой. Поплавали в холодной воде, потом покушаем теплую душ. Что может быть лучше? Все, сейчас мы быстренько, быстренько все сделаем. Как раз мы помоемся, поспим немножко и пойдем. Может, к нему в гости наведаться. Но мне бы хотелось куда-нибудь его пригласить, потому что не хочу, честно, в гости ехать. Мне очень нравится этот город, что он такой яркий. Все такие яркие дома, но при этом люди очень, ну, в темном во всем одеты. И это прям странненько. Так, ну чё? Да, здесь есть все. Если бы здесь был холодильник, вообще было бы, ну, цены не было бы. Все, мы пользуемся. И душик идем. Потом, я думаю, мы немножко посидим, погреемся. Надеюсь, здесь. Блин, ясно. Я тебе поняла. Я тебе поняла. Это для мужчин. Хотя нам не нужно, в принципе, ну, естественно, нужду повышать. Ну, давайте. Потом мы погреемся. Даже цвет пламени можно изменить. Давайте взям фиолетовый. И немножко подремлем на этом диванчике, я думаю, два раза. А потом пригласим Джоуи куда-нибудь. А пока полюбуемся на природу. Потому что я не знаю, я просто обожаю этим заниматься. Потому что, ну, это нереально красиво. Просто, не знаю, раньше я просто этим... Просто. Я раньше этим не занималась. Потому что я даже камеру так не поднимала. А теперь я просто не могу оторваться от этого, потому что это очень круто. Смотрите, какая крутая машина. Очень красивая. Классная. В Sims 2, по-моему, была такая черта характера, что можно было красть вещи. И я помню, просто по приколу создавала персонажа, и они у меня пришли к этим готам в гости. По-моему, у них была крутая машина. По-моему, это были готы. Я не помню, если честно. Ладно, не суть. И он просто берет эту машину и в карман. И вообще это было очень круто, потому что можно было просто наворовать всего. По-моему, в Sims 3 тоже есть что-то похожее, но я не пробовала. Хотя... Первый снег! Первый снег! Круто! Круто! Ой, а мы греемся. Мне так нравится, как они греются. Это просто... Я не знаю. Я не знаю, что это, как это объяснить. Ладно, давай сделаем фоточку. Все, окей, хватит. Давай, иди спи, и мы пойдем. Или пригласим сюда Джоуи, или. Я не знаю, короче, все, у нас фиолетовое пламя. Очень романтично, красиво. А мы спим. У нас тут уют, красота, милота. Не то, что было раньше. Точнее, что у нас было раньше, ничего у нас не было. Просто я хотела через окно посмотреть, но у меня ничего не очень получается. Ну. Вы видите, тут, похоже, вы слишком давно не оплачивали счета. Судебный пристав ведет к вам! Ради бога. У нас просто завал. Завал. Ой, что такое? Что такое? Вот. Кто-то купается? Что это такое? Акула какая-нибудь? Я не знаю, короче. Ну, в общем, да, первый снег. Здесь рыбы плещутся просто нереально. Давайте сейчас поверну. Слишком много газет. Судебный пристав идет к вам. Блин, что ты лагаешь? Не, все, окей. Снег прекратился. Нет, не прекратился, просто в дом как бы зашла, поэтому его не было. Ого, сколько людей пришло. У нас здесь прекрасное настроение. Давайте мы посмотрим, что заберет пристав. Мне прям очень интересно. О, какое дерево красивое. Кто-то по знаку зодиака. Кажется, нам с тобой суждено быть вместе.
А где пристав? А где мой дом? Вот что ли где-то тут? Где пристав-то? Непонятно, если честно. Мне сейчас вообще не понятно, где наш дом. Вот наш дом, да? Я вообще все вижу, вижу. Поняла. Пристава я не вижу, он что, уже что-то забрал? Не знаю, что он здесь забирает, здесь просто склад газет. Но участок у нас очень-очень классный, смотрите, как красиво. Так, ладно, вернемся к Эбби, потому что мне это совершенно не интересно с этим. Да, пришли тут Стерлинг Кларк и Ванда Кларк. А, ну, семья, я так понимаю. Вот, а мы сейчас сделаем это еще побыстрее, потому что тут смотреть на спид. О, она что хочет? Отправиться на свидание. Ну, я не думаю, что он пойдет с нами на свидание. Окей, давайте попробуем, раз у него такое желание. 350, 400, ладно, пусть останется. Да, мне кажется, можно сюда и пойти. Чё, как бы далеко ходить. Попробуем. Не знаю, что у нас получится или нет. Потому что я не хочу никуда уходить, потому что здесь костер, все дела. И снег валит как-то. Интересное предложение. Увидимся там. Ура! Он согласился. Ну все, мы его ждем. Это что, он? Нет. Нет. Преодолела свой страх и спросила, не желает ли сходить с ней на свидание. Окей, мы ждем его. Фьорд, привет! Ты пришла меня поддержать. О, они машут друг другу, так классно. Давайте мы... Ой, что мы тут можем? Нет, дать обещание защиты не надо. Узнаем, как у нее прошел день, хотя она собралась уже куда-то там бежать. Выпросить немного денег она хочет. Ладно, давайте выпросим, потому что у нее такое желание, я ничего не делала. Так, особое отношение. Выпросить немного денег. Да. Но мы пока не лучшие друзья. И мы ждем Джоуи. Где же он? Он где-то здесь стоит. Здесь столько людей. Стерн. Я пока не вижу его. Это кто? Это не он. Это не он. Что-то я не знаю. Может, решил не приходить? Два симолеона, спасибо, Фьорд. Такая добрая. Давайте мы расскажем забавную историю, но... Он что, у нас кидан? А, он пришел, пришел. Пришел к нам на свидание. Давайте мы с ним будем... А, ну подожди, что он здесь будет сейчас? Выслушать болтовню. Да, давайте выслушаем болтовню. Нам не проще было бы переодеться. Так, сменить одежду, верхняя одежда. Ибо холодно, однако. Кто будет ныть, что она заболела, там нас лечиться, у нас нет денег, чтобы лечиться. Так, дружелюбно. Так, беспокоиться о деньгах. Давайте побеспокоимся о деньгах, потому что поговорить о снеге, потому что... Ой, мы так беспокоимся о деньгах, вот серьезно. 18 симолеонов у нас есть. Они так мило общаются, а Фьорд так стоит стар... О, Фьорд, кстати, очень красиво, я сейчас только заметила. О, сердечки полетели. Так, что-то... Узнаем, как прошел день у него. Ой, а что там нажала? О снеге мы уже говорили. А, просто сплетничать давайте сделаем. Пригласить, попросить стать соседом, показать жесть мира, поделиться секретом. Поделимся мы секретом, тут все стоят, нас смотрят. Такое свидание, конечно, интересное. И что она хочет? А, ну это, в принципе, свидание, надеюсь. О, скоро же, типа, Новый год, она хочет повесить гирлянду. Где ж я тебе возьму дом-то, чтобы гирлянду повесить-то? А, давайте потом... Что-то... Все? Мне кажется, много так всего делать. А что я ничего не могу делать? Что произошло? Почему? Что случилось? У него вроде нормальное настроение. Чё не так? В чем проблема? Ну-ка. Видите, все пропадает. Я не знаю, почему. Что-то лагануло, что ли? Окей, давайте с Фьорд пообщаться. Фьорд нормально. С ним не получается общаться. Непонятно, почему. Окей, еще раз попробуем. Интересно, они хотят код пройти, но не могут пройти, что ли? Что-то он решил с Фьорд пообщаться теперь. Что за дела? А что это такое? Выпустить пар. Дружеская жилетка, то, что нужно, чтобы выпустить пар. Что-то кто-то поспорил, может быть? Я, может, что-то пропустила?
У нас чуть-чуть осталось, и мы будем лучшими друзьями. Поэтому нужно с ним общаться. А у меня что-то не получается с ним общаться. Как-то странно. Показать видео с котиками? Мне кажется, сейчас на щелку опять все уберется. Ладно, давайте смотреть, сплетничать, все. Может, вот так будет лучше. Девочка здесь читает. Здесь, по-моему, навесик, да, какой-то? Да. Но мы не под навесиком. Давайте я сейчас включу. Ой, что я сделала? Господи, боже мой, давайте сфоткаемся. Башку отрезала, ну ничего. Встань, пожалуйста. Лучше сильно не наклоняться. Вот мы наконец-то начали с ним общаться нормально. Ой, все замечательно. Так, давайте мы будем с ним общаться, потому что нам нужно стать лучшими друзьями. Чтобы у нее улучшилось настроение. Так, узнаем, как прошел день снова у нее. Как будто мы забыли. Не знаю. Посплетничаем. О боже, ну задолбали нас фоткать, а? Папарацци кругом. Блин, вы видели, мы здесь были одни, здесь теперь просто триллион человек. Чё у меня здесь на руке, как будто татуировка какая-то. Я и точно не делала никаких татуировок. Мы почти лучшие друзья. Почти. Чуть-чуть осталось. Вот тут что-то нас что-то записывают. Говорят, Ирис что-то там флиртует с Джейкобом каким-то там. Куда баллы знаменитости поднимаются. Давайте поиграем в камень, ножницы, бумага и что-нибудь сделаем романтичное. Флиртовать, например. Расскажем какой-нибудь анекдот. Надеюсь, он от нас не сбежит. Похвалим ему характер. Ой, не-не-не-не-не. И похвалим внешний вид. Тут некие сплетни рассказывают. А я даже не знаю, кто это такие люди. Это же я не помню. И Фьорд фоткают. И нас фоткают. Ну чё, мы лучшие друзья же? А чё у нас не исполняется, что мы лучшие друзья? О боже, мы тут играем. Так, может мне надо что-то нажать? Я просто не помню. Сплетничать. Поделиться секретом. Поделимся с ним секретом. Мне кажется, вот-вот мы должны стать лучшими друзьями. Потому что, ну блин. Так, обаятельный, безнадежный романтик. Без работы, владеет богатство, Овен. Академия природы и природоведения. Окей. О, вы мои же красотулечки. Такие молодцы. Есть такое сиреневое пламя. Романтика. Ой, так, ну чё, поговорим о холоде. И давайте сделаем... Чё мы сделаем? Держать за руки. Поцеловать. Посмотреть на звезды, да? Смотреть на звезды. И не помню, так где у нас смотреть на звезды. Тут. Дать обещание, давайте дадим. Вот так сделаем. Надеюсь, ну, все будет нормально. Я хочу вас сфоткать еще. Да вы ж мои молодцы. Сейчас я поставлю стену, чтобы было покрасивей. Да. Не так-то тут все просто. Да господи, что ты будешь делать-то? Спасибо, стена. Спасибо. Ладно, я сейчас сделаю вот так. Не люблю так делать. Ну ладно. Раз ничего не выходит, придется делать вот так. И еще пониже. Ой, как дети качаются. А Фьорда, смотрю, вообще не холодно. У нас такая женщина. Но она здесь живет, как бы. Поэтому она, наверное, привыкшая уже к этой морозяке. А мы нет. И мы не становимся лучшими друзьями. Может, мне надо что-то нажать, там, типа, стать лучшими друзьями. Я просто не помню. В 74, по-моему, надо нажимать, а здесь уж я не помню. Ой, молодцы. Ой, мы увидели призрака какого-то. А, все, понятно. Спасибо, что проплыл между нами. Мы уже есть хотим, уже все как-то у нас не очень хорошо. О боже, что случилось? Окей. Он что-то о фьорд думает. Она у меня пошла плавать. Нет. Получить цветы? О, как мило. Как мило. Давай, не цветы. Мы ждем. О, посмотрите, какая романтика. Я хочу прям просто зафоткать, но он что-то куда-то ушел. Где мои цветы? Джоу, я жду цветы.
Ну-ка, 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 дайте. Неужели он... Да, получит цветы. Офигеть, это очень романтично. А то я вечно дарю цветы. Блин, смотрите, как классно. Ребята, палец вверх за эту милоту. Потому что, мне кажется, очень редко персонажи сами дарят цветы. Только когда ты их там... Им сделаешь подарить только тогда. Ой, господи, спасибо. Спасибо. Давайте. Что у него тут такое? Фейт характер. Я вот хочу вот так вот сделать. Потому что спасибо за цветы, Джоуи. И давайте мы посмотрим на звезды, потому что у нее есть такое желание. Ой, вот здесь пикничок. У многих здесь пикничок. Круто. Я бы взяла тарелку, но не могу. Просто валит снег. Смотрите, они просто моржи, кто здесь живет. Это жесть. Как так можно? Такой снег валит. Холодно. Так, мы идем смотреть на звезды, да? Идем, идем, идем. Да. Надеюсь, идем. Давай уже говорим об этом. И нам нужно уже спать и есть, потому что все плохо. Ой, у него тоже плохо, надо в туалет. Ой, вы мои красотули. Я, если честно, очень рада, что мы наконец-то кого-то нашли. Они, кстати, очень похожи, вам не кажется? Круто, все? А, еще не все. Ой, я хочу сфоткать, подождите. Подождите. Круто, круто. И вот как-нибудь, я даже не знаю как. Вот давайте еще вот так. Еще сверху. Господи, у меня просто так неудобно сейчас мышь стоит, что... Господи, не туда. Не туда. Окей. Вот как-то так, мне кажется, достаточно. Все, давайте это будет последнее, что мы здесь сделаем, и мы пойдем поедим что-нибудь. Так, сейчас мне надо включить. Что-нибудь поедим? Кто-то в ластах, они просто моржи. Чем мы поедим? У нас есть капустка. Капустка. Давайте мы снимем две капустки и перчик. Мы на сыроедении. Потом надо в туалет сходить. Кто здесь нагадил? Так, в туалет воспользоваться и душ. Давайте примем, чтобы согреться. Что? Нет, пока мы не будем этим заниматься. А, и все, и дремать. Потому что у нас, в принципе, уже ночь. Мне кажется, мы можем подремать. Ну что, мне кажется, достаточно смотреть на звезд. Что-то они, ну, не торопятся. Останавливаться? Ну все, 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 все. Он побежал там. Он просто убежал на своей машине. Или нет, это не его машина, окей. Он просто сбежал со свидания. Здесь туалет есть, он может пойти. Да. Красота. Все. Я засыпаю на ходу, поэтому мне лучше уйти домой. У вас ведь есть мой номер? Буду ждать вашего звонка. Классно. Ваше сердце трепещет радостной дрожью. Боже, кто бы мог подумать, что вы станете использовать подобные слова. И кто бы мог подумать, что свидание пройдет так волшебно. Ну, кстати, правда, мне очень понравилось это свидание. У меня есть просто новое желание. Упражняйтесь, пока не устанете, да не один раз, а два. Затем вернитесь на стадион за премией. Конечно, мы принимаем эту цель. И продолжаем делать вот так. Посмотрите, отличное свидание. У меня, кстати, никогда не было хорошего свидания, только 7-4. Романтика под звездами. В общем, да, я надеюсь, что вы тоже рады за Эбби, что мы нашли ей пару как-то. Вот, потом поставьте палец вверх, если вам понравилась эта серия. И да, всем пока!